С 1 января объединяют подведомственные учреждения, которые схожи по направлению деятельности. Психоневрологический и наркологический диспансер объединили. Теперь это Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии. Амбулаторных пациентов по направлению психиатрии переведут сюда. Также раньше справки выдавали в двух разных местах города, теперь же в одном. По словам чиновников регионального Минздрава, теперь магаданцам проще будет пройти медкомиссию и получить нужный документ. Раньше было, приезжаешь на Вострецово, приходишь к психиатру, потом едешь сюда, то есть там отстаиваешь впереди, поднимают по базе, ставят печать, потом приезжаешь сюда на речную, то есть лишние действия, лишняя трата времени, дискомфорт был, сейчас намного комфортнее. Благодаря объединению посетить врачей стало проще, рассказывают магаданцы. Также большой плюс альянса – переезд. Здание, где находился раньше психоневрологический диспансер, в аварийном состоянии. Оттуда учреждение выведено и заведено сюда, на речную 27, где достаточно хорошие условия созданы, и люди начали работать. Они уже работают здесь у нас. Третий этап, это у нас этап будет перевода стационарных отделений. Значит, стационарные отделения у нас, скорее всего, с 1 марта, наше стационарное отделение наркологического профиля, оно поедет на так называемую «Снежку». Там будут располагаться все стационарные отделения, в том числе и отделение неотложной наркологической помощи. По словам главного врача, сокращения должностей медперсонала не было. Уменьшили лишь административно-управленческий аппарат. Обошлось и без увольнений. Сотрудникам предложили перевод на другие должности. Помимо этого, реорганизацию проведут еще в следующих учреждениях. Областной детской больнице и специализированном доме ребенка. Поликлинике номер 1, стоматологической клинике и авиамедицине. А также областном центре профилактики, противотуберкулезном диспансере и областном центре профилактики и борьбы со СПИД.